Здравствуйте! В эфире музыкальная программа «От всей души». 15 января свой 86-й день рождения отметила наша горячо любимая мама, бабушка и прабабушка Сесенма Салчаковна Сад. Дорогая наша бабушка, прими наши искренние поздравления в честь твоего дня рождения. Спасибо за любовь, заботу и тепло, которые ты каждый день нам даришь. Счастья тебе огромного, здоровья крепкого, настроения солнечного и побольше радостных событий. Мы тебя очень любим, уважаем и ценим. Жить во здравии желаем и дружно просим, не болей. Еще собраться обещаем на твой столетний юбилей. Дети, внуки, правнуки.
дорогой, самый лучший в мире наш папа, Сая Николай Мингевич. В этот славный и знаменательный день всей душой поздравляем тебя с днем рождения. Мы – твое продолжение, папа, воспитанные твоими потрясающими историями, твоими шутками, обласканные твоей любовью и заботой. Нам повезло стать твоими детьми, и мы искренне гордимся тобой. Пусть ничего не омрачает твое настроение и веселого блеска всегда молодых, задорных глаз. Пусть вера и любовь живут в твоем добром, благородном сердце. И все дружно хотим пожелать тебе, наш любимый, дорогой человек, самое главное – крепкого здоровья, бодрости, хорошего настроения и радости. С днем рождения, папа! Мы тебя любим и ценим от детей.
Это была музыкальная программа «От всей души», где вы всегда можете подарить своим близким минуты счастья и радости.